Поняли, да? Понял, а я у меня вот в ушах. Думаю, ладно, я это сам не буду останавливаться, смысл. Так, а вот и наш загадочный герой. Да. Ничего себе! Это случилось? Скажи, попадешь. Площадь огромная, но никаких артефактов вообще нет, кроме земляных валов и укреплений. Видимо, все разобрали подчистую. На площадке складирован лес, очень уже древний, похоже, лет 5 он тут лежит, судя по космоснимкам. Уже весь потемнел, и никто не вывозит. А тут была, похоже, стартовая площадка одной из ракет. Вот мы сейчас заходим в ход на эту площадку. Вот сюда заходили тягачи. Встаем в центр этой площадки и нацелим ракету в небо. Вот так она выглядит чуть-чуть сбоку и сверху с вала, который опоясывает эту площадку. А тут проглядывает та самая дорога, которая видна на космоснимках. Круг. Ездила какая-то техника, что-то возили. А немножечко в сторонку
и начинается глухая тайга. Вот и привал. Приехали на Запруду. Мы сегодня на берегу пруда, который перекрыл речку Черный Шишим. Будем готовить обычный сухарник, будем сегодня готовить. Сухарник у нас сегодня простой, крестьянский, рабочий, обычный, на сухарях, молоке и яичко. Ну, может быть, еще колбаска какая-нибудь будет. Рядом комрады готовят что-то тоже, наверное, вкусное. Бич-пак на природе. Я когда вот ездил, поход вот я так и делал. Времени нет особо. Быстро завалил. Надо задуматься, что пает уже. Сделали болтанку, вернее, сейчас сделаем яичную обычную и засыпем ее сухарями. А рядом очень круто. Армия Россия, спецсухпаёк. Тоже, наверное, ништяк будет. Здесь молоко, не спирт. Есть в комплекте? Все, то она должна все сделать. Пусть работает? Да, пусть работает. А теперь маслица на сковородку.
и накрошу немножко сыра колбасного. Вот и накрошили. И добавляем мы все это в яично-сухарную смесь. Накрываем крышечкой. Ждем 5-7 минут. 5 минут прошло. У меня может быть готово, а люди уже давно обедают. Уже приготовили, а я все еще вожусь. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Так. Ну а что, вроде что-то вроде сухарника. Вроде похоже. Получилось, господа. Получилось. Ну-ка, сейчас попробуем. Ничего, есть можно. Тарелок нету только. Тарелок, бери, попробуй. Хотя бы попробовать. Я все забыл. Надо было тарелки взять. Специально вечером еще выложил. Ну вот, сухарник вроде получился. Вроде оценили, а вроде пока не буду знать, комрады, что есть такое блюдо старинное, сухарник. Рецепт довольно старинный, издревле крестьяне, истории 200-300-500 лет назад в крестьянских дворах всегда и молоко, и яйца, и сухари были. Довольно питательно. Но у меня еще сыром прибавлено. Фильм о фильме. Правильно. Ha ha ha.